Мне повезло, потому что я с Михаилом Васильевичем Асафовым работал как режиссер. И он играл у меня дважды в спектаклях, очень хорошо играл. Я люблю эту «Серую кошку», 93-й год. И в 94-м году здесь же, в Академическом театре, он играл «Условия диктуют леди» с Галиной Ляпиной. Тоже светлая память. Отличные работы актерские. Он получил премии областные. И настолько четкий, профессиональный человек был. И с ним было интересно работать. Он получил хорошую школу мхатовскую. И поэтому мне это было очень близко. Мне это было очень комфортно. Я думаю, что ему тоже. Последние годы мы общались в основном на актерских делах, потому что я много играю. Вот. И у нас были очень хорошие дружеские отношения до последних дней буквально. Вот. Вслед благодарность действительно за то, что мы были знакомы, за то, что мы видели его на этой сцене, за то, что Владимиру повезло иметь такого большого актера здесь, и за то, что его видели люди. У меня, наверное, сегодня особая личная история, может быть. Думаю, что для многих владимирцев это как личная потеря. Например, мой театральный роман вообще начался с Михаила Васильевича на сцене в детском спектакле, на который я упорно ходила каждое воскресенье с родителями. И вот эта любовь к театру, она, в общем, началась именно с этого человека, которого я потом, впоследствии, уже мне повезло с ним дружить и общаться, и что-то делать вместе, когда он делал совместные проекты с оркестром, с камерным хором, когда мы делали его, как оказалось, последний творческий вечер на сцене областного дома работников искусств. И это, конечно, настоящий, очень искренний актер, терзаемый и терзающий, с какими-то, может быть, очень с негладким восприятием мира, с такими постоянными зацепками, с внутренней рефлексией. На мой взгляд, это таким и должен быть честный творческий человек, потому что все сложно, и вот эту сложность окружающего мира творческие люди, наверное, чувствуют как-то особенно, поскольку они вынуждены ее по-особому проживать, в отличие от нас, людей, приходящих в зрительный зал. И сегодня, конечно, страшная потеря человеческая для всего актерского мира, артистического мира, для культуры Владимирской области. Наверное, преждевременная, не нам судить. Будем вспоминать его роли, будем вспоминать его как человека. И есть что вспомнить. Я благодарна судьбе, что мне выпала честь работать на одной сцене с таким великим мастером. Это был большой актер. Михаила Васильевича весь театр знает и любит. В прошедшем времени мы пока не можем об этом говорить, потому что мы не понимаем, что сейчас происходит в данный момент. Я в нескольких спектаклях была занята с Михаилом Васильевичем. Был великолепным партнером, очень чутким, очень профессиональным. Поэтому для нас это большая утрата, и профессиональная, и человеческая. Без него некоторые спектакли будут совершенно по-другому звучать и для меня лично. Михаил Васильевич Асафов. Это часть большой истории нашего театра. Театру он отдал 40 с лишним лет. Я его знаю 32 года. Мы с ним дружили, мы с ним общались, мы с ним дружили семьями. Я видел все его спектакли, в которых он блистательно играл, в основном главные роли. Это актер удивительного обаяния, удивительной одаренности. Это образованный, интеллигентный человек. Мне очень нравились в последние годы его работы не только в этом театре, но и в театре «Сфера», и с губернским оркестром. Блестящие работы. Он очень хорошо читал, что делают не каждый актер. Он очень хорошо читал стихи, блестяще знал Пушкина и многих других классиков нашей литературы. С его уходом мы в значительной степени посиротеем.